Добро пожаловать, мальчишки и девчонки. С вами ваша киберпанковая девочка-волшебница Невермор. Мы возвращаемся в любимейший наш киберпанк. Итак, мы в родной квартире. Тут пара-тройка моментов, которые нужно завершить. Для начала, поставить вот это. Так. Включенное ядро Химеры. Не зря, что мы его забрали оттуда. Ух, и настрадались мы, когда мы ее ломали. Но ничего, включенное. Что-то там восьмого поколения. Применение возможной модификации оружия. Какое оружие мы его вставим, мы не знаем и трогать пока не будем. Можно сканировать еще раз? Нет, нельзя. Ну и ладно. И еще одна маленькая безделенка, подарочка от Джуди. Пицца или вот это? Я не забыла. А что же она не забыла? Я звонила, наверное, все пиццерии от Night City, но все-таки нашла ее, твою любимую. Она выглядела, пахла просто потрясающе, но и все-таки сдержалась. И от вся твоя, как и я. Уф. Лучше бы Джуди себя отдала. Ну да ладно, у нас есть задание, еще раз задание. И поскольку Дэнни нам не звонит, а нет, смотри-ка, звонит Нэнси Хартли. Привет, я договорилась. Концерт сегодня вечером в красной грязи. Ты уже звонила Керри? Он случайно не передумал? Нет, ты что? Он там уже бьет копытом. Я его таким не видела со времен Сильверхэнда. А что там с Генри? Привет. Он не с нами? Я ему не звонила. Еще раз пинаться перед этим придурком. Короче, увидимся вечером. Насчет гитары не беспокойся. Все, что нужно, я достану. Да неужто же, неужто? Мы наконец-то завершим квест Кэрри Евродина и Джонни Сильверхэнда и наконец-то двинемся по сюжету. Давайте, наверное, метнем сюда Шеметом. И тем прекраснее, что прям вот здесь, вот возле газельки нашей, доехали, не запылились. Итак, красная грязь. Слушайте, а мы тут случайно не решали вот на минуточку неких бандитов 6-й улицы, может быть? Никого. Знакомое место. Такая работа. Или ждать, или догонять. Подождать вечера. А можно прямо вот где-то вот здесь? А, да, на ступенчиках можно. Ну, давайте подождем. До вечера вечерочка. Если что, за нами не занимать, мы тут были первые. Некоторое время спустя. И да, мы боссы, и до самого конца игры будем боссами. Привет, Ви. Ви! Смотри, что у меня есть. Не знаю, в курсе ли ты, но когда-то на ней играл Сильверхэнд. Бля, Нэнси просто менеджер века. Может, она и доступ к Микоши нам организует? Как думаешь? Дэнни или Нэнси? Нэнси или Дэнни? А где Кэрри Евродин? Не обдуделился ли он в усмерть там? А где Керри? Сейчас должен быть. Он сказал, ты хорошо играешь. Надеюсь, это правда, потому что на репетиции времени нет. Меня больше беспокоит, кто сыграет за Генри. Керри договорился с Дрозином из головорезов. Я его знаю, видела на сцене. И? Как он вообще? Он нормальный, середнячок. А вот ты темная лошадка. Закидывайся, только не светись. А если опять начнет рвать кровью? Отползи куда-нибудь в сторонку. Сегодня вечер Керри. Нэнси, кажется, не верит, что я могу с ними сыграть. Ну, так она права. Ну, посмотрим только Джонни. Мое тебе последнее китайское предупреждение. Этим барышням суммарно лет 120 вместе, а то и больше. Поэтому не-не-не-не-не, у нас есть Джуди. И да, в огромном городе Найт-Сити, где вещества продаются просто везде и закидываются тоже везде, мы, ничтоже сумняшись, идем в туалетик, чтобы там спрятаться и принять дозу. Развлекайся. Только, Ви, пожалуйста, не действуй фоллаутично, не запивай прямо оттуда. Не надо запивать оттуда, господи, там же раковина была. Бу, да мы красавицы. Пускай мы Джонни, но мы красавицы все равно. Дамы? Странный чернявый мужик. О, здорово. Вот познакомьтесь, это Дрозин из головорезов. Привет! Я обожаю самурай. Ты тоже? У меня есть все альбомы. Я офигел. Выдыхай. Когда... Она тут на тех же правах, что и ты. Хочешь поговорить со звездой?
обращайся ко мне и перестань трястись. Я, наверное, сам еще похлеще трясусь. Публики боишься? Или меня? Иди нахуй. Я тоже скучал, Керри. Да, ну, тут теряется маленькая игра слов, потому что они говорят на английском, и барышни не понимают, что он к нам к мужику обращается. За отсутствием мистера Берчика ну вот что? Здесь вот... этот день настал. Погнали, что ли? Ладно, работаем. Давай, Джонни, вжарь нашу коронную, выйду ночью в поле с конем. Ну, что сказать, это было забойно, но если это Керри Евро-1 в бытностях самурая точно так же к Джонни подкатывал своим филеем, то даже не знаю. Блять, вот был же у меня реальный мандраж перед концертом. Так будто надо что-то кому-то доказать. Себе, тебе, да хер знает кому. А я в итоге ничего никому не доказал. Так просто. Хорошо провел время, и все. Даже не знаю, что тебе сказать-то. Хочешь сыграть концерт на бис? Хочешь повторить? Ага. Не. С меня хватит. Ну тогда вот. Держи. Сувенир от меня. Уверен? Я же не буду без тебя играть. Это будет уже не то. Понимаю, о чем ты. Я все-таки еще немного поиграю. Слушайте, а щедрый наш чувак Джонни, да, дарит гитару, которая даже не его. Она евошной была 50 лет назад. А сейчас ее эта барышня достала. Хочешь новую послушать? Джонни! Его уже нет. Правильно? Да. Но он тебя слышит. Да что ты говоришь? Спасибо большое. Но я сейчас не в настроении вертеть столики и слушать голоса с того света. Знаешь, я, наверное, лучше отдам его тебе. Воу, это ж нам обещали.
Как все прошло? Офигенно. Самурай снова вошел в ритм. Жаль, что я ничего не видела. Так ты приходи на мой концерт. Перестань, не стоит. Из этого ствола я чуть не завалил Джонни, когда он забрался ко мне домой. То есть ты пытался застрелить меня? Да, а до этого... Ну, это не важно. Круто! Я как будто спал 50 лет, а теперь проснулся. Пора браться за работу. Давай, Ви. Будем на связи. Круто все прошло, да? Жалко, что Кер уже ушел. Кажется, он очень куда-то торопился. Наверное, бежит, сочиняет новую песню. А ты разве не этого хотел? Чтобы ему стало получше? Получше, но не настолько. Джонни, не бросай меня больше. Я не могу жить без тебя. Но это бы тоже не помешало. Надеюсь, это было последнее желание. Ага. Теперь можешь делать, что хочешь. Надо скорее поговорить с Ханако. Окей. Как знаешь. Пойдем. Да, у нас-то одно желание Арасаку на Кукане как можно быстрее. Ну и вылечиться немножко. А там как пойдет. Итак, задание выполнено, звуки музыки мы это сделали. Сделали. Зажечь еще раз не можем, не? Было бы круто. Чернева. Не, я играл слишком жестко. Да не пизди, все было нормально. Ладно. А после слишком много черноты в отдельно взятом участке. Да а нам нужно что встретиться с Ханако в углях? Ну не, друзья, давайте посмотрим. А вдруг там какой-то доп задание, с которым мы должны были не забить, но... Вот. Посчитать сообщение от Джуди и ответить на него. Идешь на свиданку, замечательно, не волнуйся, закрой глаза и заткну уши. А, это Джонни нас. Встретиться со Стивеном. Да, не нужны всякие Стивены, шпионские клады, флюги и хаймен от мистера Хэнса нам тоже не нужен. Пожалуй, что заданий много. Но мы забубеним с Джуди, а потом пойдем все-таки с Ханако встретиться в углях. Потому что а че бы и нет. Сюжет не ждет, дела тоже. Итак-с. А Джуди Альварес занята? Может потусим у тебя... А, это повторябельное, еще раз повторябельное. Нет, спасибо, Джуди. Пожалуй, что не сегодня. Кэрри, где тебя носят? Это старое сообщение. Иду сейчас переоденусь. Серьезно? Эшли? Я, Эшли, мы не встречались, если у тебя все идет по плану, то и не встретимся. Пришлось побродить по сети и найти тебя, потому что ты решила взломать Харон Экзотикс и угнать их машину именно в мою смену. Как будто мне своих проблем не хватало. Конечно, ничего страшного не случилось, мы все исправим, и ты даже можешь оставить себе тачку. Идет? Женщина, это что, развод как? Спокойно, подруга. Я на тренер на подряде у Харон Экзотикс. Ты похорёшила мой код, когда я отвлекся на подработку. Да мне по буяшкам отсутствующим. Вы, девочка, нетранеры, нам вообще до звезды. А, если не поможешь, я останусь без работы, а ты без топовой машины. Сделка выгодна нам обоим. Я тебя даже не помню, кто ты, вот в чем дело. Мы дорогу перешли всему Найт-Сити. Вместе и в частности отдельно. Если коротко ты стираешь все данные с модуля памяти машины, и с моего благословения она остается твоя. Я помогу тебе попасть на парковку, ты должна будешь удалить машину, информацию, ПО, все вообще, что там есть, полностью стереть. Почему бы и нет, но это твоя боль, печаль, поэтому мы туда не пойдем. Мы пойдем к Ханако. Может быть, она когда-нибудь нам что-то скажет полезное в плане движения основного сюжета. Тем более, что это байда из DLC-хи нам тоже не до звезды. Угли. Если мы были углями, где бы мы были? Интересу для из чистого. А не так, чтобы задуматься и далеко. Пряменько-пряменько и возле центра городишки. Ну, давайте туда отправимся. Вот это что за место? Слушайте, мы раз 500 были. Точка невозврата. Вы достигли точки невозврата. Когда вы войдете в ресторан, и не выполнены второстепенные задания, полученные заказы, станут недоступны до тех пор, пока вы не выполните все основные задания.
Если у вас остались неоконченные дела, завершите их до встречи с Ханако. Да, в общем-то, Джуди отшпехали не раз. Все таракашки в голове у Джонни порешали два. Да, мы свободны, мы готовы. Мочурон дес. Вакаримашта. А давай по-русски, не? Улица, ресторан «Уголёчки». Так вот ты какой сюжет китайский. Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю, я буду осторожна. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что сразу сваливаем. Да-да, Джуни, ласточка из 25 этажа. К сожалению, импланты на ангельские крылья нам не завезли. Ханако-сама, омачи-да. Она всех выгнала. Херово. А здравствуй. Ты пришла. Прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Не за что, Ви. Спасибо тебе. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась. Слишком много деталей не совпадало. То есть мы прекрасно понимаем, что большой рыночек порешал, и мы-то вообще ни к чему. Страшно другое, там за окном даже свет отключился. Все в порядке. Не будем задавать глупый вопрос, почему она ничего не сделала. Понятно почему. Всех все устраивало. Давайте перейдем к делу. Я думала, мы будем Зачем обсуждать мы дела. Да, конечно. Ты принесла душегуб, как мы и договаривались. Держи ствол наготове и ни слова. Вы, кажется, нервничаете. Что-то не так? Нет, не знаю. Это Ави пролетает тут уже в третий раз. Типа за вами кто-то следит? Мы немного отклонились от темы. Ты принесла душу? Думаете, меня так просто развести? Я вообще-то хочу выйти отсюда живой. Если бы я хотела тебе навредить, я бы выбрала менее заметное место для встречи. Да, мы вон здесь, те господа здесь для красоты, для мебели. Потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Ирасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. А вот это уже интересно. Я вас внимательно слушаю. Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Вы его хотите убрать, да? Что уж там. Скажите все как есть. Я хочу его наказать. Не совсем. Вы хотите его убить. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы хотите сделать? Юринобу. Ханако-сама, скоро-скоро гоцитаку ни омодори итарайте. Сугу ни суму ва. Юринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу. И ты дашь показания против Юринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Юринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Мы все прекрасно понимаем, что это будет из разряда «Погибли все члены правления и Юринобу», а она одна осталась жива. Мне скоро нужно будет вернуться. А вместе с членами правления и Юринобу погибла и Ви, которая их всех и убила. Вот такая прекрасная подиванка.
Если все получится, вы станете главной, да? Допустим, все получится. Что потом? Вы станете главой Арасаки? Откуда такое предположение? Я думала, это логично. Такэмура говорил, что Юринобу должен был передать вам филиал в Найт-Сити. Каждый должен знать свое место, Ви. Мой брат никогда этого не понимал. Я знаю свое место и ничего не хочу менять. Я тоже знаю свое место. Я помню, с чего начинала. Может, когда эта история закончится, я смогу туда вернуться? Может, если докажешь свою ценность. Охренеть. Что дышит, друзья мои? Что дышит просто? Ну? Я должна обвинить Юринобу в убийстве перед всеми боссами Арасаки? Простите, это больше похоже на приглашение на казнь. Я знаю. Мы предпримем все возможные меры безопасности. Например, какие? Увидишь. Так себе план. Вы просто хотите меня использовать? Нет. Я просто предлагаю тебе решение. Вы не первая, если что. Не исключено, что последняя. Я бы не стала рисковать. Все, идем уже нахер отсюда. Все хорошо? Да, просто... У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Не волнуйтесь, я скоро... Главное, что? Главное, не сблевануть тебе на ее белое нужно платье. На воздух. Быстро. Я предупреждал. Ты что творишь? Блять, Ви, нам может всего пара часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. Джонни, ну мы же вроде порешали все. Мы подружились, там и все такое. Мне это нифига не нравится, не хочу тебе отдавать управление. Да, понимаю. И мне это не нравится. Я и сама пока посмотри еще на ходу. Посмотри правде в глаза. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Казалось бы, эвфемизм, вот но в мире этих имплантов и фарфоровая может бестию. Быть. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. Предложение Ханака еще в силе. Прости, чье предложение? Да иди ты нахуй. У нее есть власть. Это наш счастливый билет. Билет, значит. Счастливый. Окей, я все понял. Ты хочешь ухватить себе побольше на сделке с корпоратами? Вот что я тебе скажу. Мы клептократам не прислуживаем. Разберемся вместе с бестией, как раньше. Да, Джуни, а то, знаешь, так хорошо в прошлый раз прошло лет 50 назад, просто вот идеально. А по нам? Она предлагала помощь. Послушай, Ви, эти ребята просто бродяги. Операция против Арасаки — это тебе не конвои грабить. Вспомни, ты уже работала с любителями, и мы знаем, чем это кончилось. А ты работал с профи. Вышло не намного лучше. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы люди умирали за тебя. Оно того не стоит.
Наша единственная надежда сидит сейчас в посмертии. И ее зовут Бестия. Что ты там опять задумал, мудила? Это мое тело. Значит, я принимаю решение. Не в этот раз. Джонни! Посмотри на себе. Не можешь даже... Блин, ты опять отрубаешься. Я что? Нет, ты еще в мире живых. Пока что. Тише. Лучше не двигайся. Витек, а ты что надел-то? Ты же нам ничего там лишнего не пришил-то? Вик. Больно, я знаю. Ты бредила, когда пришла, так что я накачал тебя бета-галоперидолом. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство. Будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. Ой, там Мисти стоит, он сзади сидит, да? Круто. Как я сюда попала? Приползла сюда на последнем издыхании, испугала Мисти до полусмерти, скинула со стола пациента, которого я оперировал, и потребовала, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель. Это... была не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Что там, все плохо? Настолько? Ну, вот так должно быть немного получше. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Да, ощущения надвигающиеся жопеньки. И когда это наша Ви такие ляхи отъела, слушайте? Очередная победа мирового масштаба. Ну что, сидеть я вроде могу нормально. Но на этом, похоже, хорошее заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Да ты, чувак, прям гений с чистой воды. О чем, по-твоему, делаем? По сайд-квестам бегаем или что? Я знаю, Вик. Скоро начну. Нет, начинай сейчас. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотрезина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот. Это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Арасака Тауэр. Иначе ничего не получится. Ну прям даже не знаю, выбор сложнейший. Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь проскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? Я вслух... Иди и сделай что-нибудь. Да, и правда, Ви, таблеточка. Наверное, справлюсь. Пистоля и таблетки. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Спасибо, товарищ Виктор. Спасибо, гражданка Мисти. Ну...
твои мысли. Да, неловко вышло. Извини. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. А что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то тут при чем? Увидишь. Пойдем. А выбор бейсболы сложнейший. Мы вроде с Джонни подружились как-то каким-никаким макаром. По крайней мере, по сайд-квестам. Вроде он уже не такой мудак. Можно было бы даже уступить ему в управление. Последний этаж. И да, он на эту крышу может залазить. Мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, ох, как... наконец-то выбрались на воздух. Сюда. Видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Спасибо, Мисти. Тут правда очень круто. Слушай. А что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одну. Сиди на здоровье. Ты меня напугала вообще-то. Думал, ты решила отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, чего будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Ну, давайте Джуди хотя бы позвоним-то, ну, без нее-то вообще никуда. Джуди. Понимаю. Даже я к ней слегка привязался. Она должна знать. Привет, Джуди. О, привет, Ви. Как ты там? Помнишь, когда мы плавали? Ага. Круто было, скажи. Ты тогда сказала, что... почувствовала во мне. Смерть? Пора с ней разобраться. Не уверена, что получится, но я попытаюсь. Слушай, не знаю, что ты задумала, но я буду ждать. Береги себя, хорошо? Ладно, постараюсь. Ну все. Хорошо, что позвонила. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверена. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. А еще можешь заключить сделку с Арасакой и всю жизнь жалеть, что продала душу дьяволу. А пожалуй, что, Джонни, знаешь что? Мы с тобой согласны.
Оставлять Панаму и ее парней, ну такую себе, все Росаку и Незаборе сами погибнут. Продаться Арасаки, Арасака нас предала уже один раз, предаст еще раз. И очень сомнительно, там Ханако просто смотрела и разделала нас на части. Сомнительно, что они нас вообще выпустят из своих лабораторий. Будем там как Джонни. Только еще хуже. Черт с ним, доверься вам с Бестией. Ладно, иди ты вместе с Бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверена? Назад откатиться уже не получится. Действуй, Джонни. Вперед, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Даже если придется сжечь нахер весь Найт-Сити. Какие люди и без охраны? Если надо, то и сожжем. О, мудилка-то говорящая исчезла наконец-то. Вакака, я тебя предупреждаю. Не стой у меня на пути. Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу сменить ее на гнев. Такая говорящая надпись у нее на грудях. Survive. Так, погоди выживи. Секунду. Ви? Ви решила отдохнуть. Это я. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Знаешь, что самое смешное? Она по мобиле разговаривала. У вас головной скайп встроенный. Боже, кто-то умер? Что, не рада меня видеть? Честно говоря, не знаю. Почему? По-моему, в кино нам было классно. Мы больше не в кино, если что. И я, кажется, догадываюсь, зачем ты здесь, Джонни. Тебе опять что-то нужно. Запахло пиздецом. Конечно, нужно. Больше мне и обратиться не к кому. Вот интересно, как так вышло, что из всей безумной команды Атлантиды выжила только ты? Чему ты клонишь, Джонни? Просто вспомнилось. Скажи, ты не скучаешь по старым временам? Старые времена прошли. Мне и здесь хорошо. Это я вижу. Жаль только больше никому из Атлантиды так не повезло. Не, ну тут даже не удивляюсь, что она их все сдала, предала и потом вышла. Закрывайся. Эй, ты чё? Баста. Мы еще не закончили. Нет, закончили. Да что творится-то? Ничего, можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Ладно, пойду еще поработаю, что ли. Что, весь клуб в нашем распоряжении? Вот это сервис. Теперь говори, какого черта ты мне тут предъявляешь? Это что, моя бутылка за баром? Да, ждала тебя. Правда, я и сама не знала, чего именно. Хотя у меня появилась пара идей, как ее можно использовать. Давай будем откровенны. Я знаю, что ты предалась корпоратам. То есть ты думаешь... Блять! С чего ты взял, что мне интересно твое ебаное мнение о том, как я работаю? Окей, хорошо. Я знаю, о ком ты сейчас думаешь. Об Адаме Смешере. Ты прав. Но не совсем. Ты погиб, а я не могла вечно носить траур. В нашем деле нет места сентиментальности, Джонни. Мы со Смешером работали на одних людей. Хуёво ли я поступила? Да. Был ли у меня выбор? Был. Жалею ли я? Да, очень сильно. Ты это хотел услышать? Ладно. Как говорится, кто старое помянет. Ну, тогда, может, лучше поговорим о новом? Я же знаю, что ты пришел сюда не просто так. Это тело. Я в нем. Я не могу. Сука!
Ви умирает. Я пожираю ее, как опухоль. Это пока еще можно остановить. Только мне нужно... Нет, Джонни. Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Все дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. Мало ли, может, я изменился. У меня мало времени, бестия. Как только часики пробьют полночь, Джонни исчезнет. И Ви вместе с ним. Мне нужно успеть от нее отцепиться до этого момента. Нам удалось связаться с Альт. Она согласилась помочь. Но? Сначала нам нужно будет пробиться в крепость данных, Микоши. А единственная точка доступа, до которой мы сможем доползти, находится под Арасака Тауэр. Арасака? Опять? Как я не догадалась. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. У тебя есть хоть какой-то план? Да, наш план заключается в том, что они не догадаются, что мы настолько тупые, что дважды пойдем в одном теле, это в разных телах, но в одном Джонни, на ту же Арасаку. Ты же лучший фиксер в городе. Вот ты и скажи, что нужно делать. Ты сказал «нам»? Ну да, без тебя ж ничего не получится. Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Очисти свою совесть. Ах, вот как? Может, конечно, ты и королева всего Найт-Сити. Но ты же не настоящая бестия. Настоящую ты похоронила, чтобы добраться до вершины. Загляни в себя. Я знаю, ты сможешь ее найти. Черт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. Некоторые вещи не меняются. А мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Ну ей же за 70, Джонни, ну ты куда ж ты? Поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи. То ли это глюки в Матрице, то ли Джонни уже отключается вместе с... Бог ты мой, что за чернявый. У на тебя. Каждый раз. Никогда не видел, чтоб трезвый человек спал больше 20 часов. Эй, да у тебя знакомое лицо. Ты, наверное, Криспин Вейланд. Прям вылитый отец. Кровь от крови. Я что-то пропустил. Ты тут зачем? Начальница тебе разъяснит. Бестия? Начальница у нас одна. Пойдем. Она тебя ждет. Очень сильно надеюсь, что нас еще не продали корпоратам. Потому что могли, вообще могли. Это Найт-Сити будущее нехорошее. Следовать за Уэйландом. А простых путей мы не ищем. Вижу, уже познакомились. Вот и замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Подбросит нас до площади корпораций. Бестия. Я тебя обожаю. Ну еще бы, Джонни.
Иначе бы ты сюда не приперся. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага, так и сделаю. Взять антиграву, взять снаряжение дополнительно. Серьезно, здесь антигравитация есть? Вон там снаряга, Джонни, раньше не сказали там. И нечто под названием предупреждение. Стандартная штурмовая винтовка. Мощнее, удобство применения обычно замечательно. Временные расходы боеприпаса после обезвреживания врага из пистолета. А, из пистолета гордость. А ты у нас овертюр. Стандартный овер. Забираем вообще все. Что предлагают, бери. Что им предлагают, беги. Что за куртичка? Антиграва от бестии. Джонни, я же сказала, бери оборудование. Броня хищник от бестии, слушай. Наша, конечно, БДСМное, оно мощно. Ну, давайте посмотрим, что дает там эта броня. Снаряжение, персонаж. Что мы можем надеть, увидеть? Костюм. Агилар. Сильный костюм, что за фигня? И главное, что не лечится. А черт его знает. Ну, еще долго не думать и перешаманить вот это все. На этом, друзья, мы, пожалуй, сделаем маленькую паузу. А пойдем уже наваливать Арасаки Сасаки в следующем эпизоде. Но пока что, традиционно. Напоминаю про наши Телеграм, Дискорд и ВКонтакт. Ссылочки все там же под видео в описании. Всем удачи, до встречи и увидимся немножечко попозже.